Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников, и сегодня мы продолжаем играть на сервере Premier Game. Друзья, наконец-то вы дождались долгожданную серию по Premier Game. Ждали вы 5 дней примерно. И дождались, потому что я был в рейсе, а вы, как всегда, в группу не заходите, не смотрите и начинаете флудить мне в личку, когда серия туда-сюда. Вот, ну ничего страшного, дождались. Так, сейчас починимся. Чини. Охренеть, короче, зашел на сервер, и около моего дома меня ждала вот такая уже банда. Не знаю, короче, как они там ночуют у моего дома или чего. Ну, короче, вот такие у нас, друзья, дела. Сейчас мы заедем в кафешку Кашоту, а потом я вам кое-что расскажу. Так. Ульченко тут пытается что-то дрифтить, но я на десятке-то не буду понтоваться, ладно уж, чё. Потом S600 возьму, тогда я тебе покажу, как нужно дрифтить-то вообще. Ты тут пока что не понтовался, батька на десятке пока едет на бандитке, да. В круг закатывают, так, по сторонам смотрим, это всё-таки Россия, тут могут избить. Так, жрать. Сейчас. Так. Давай, короче, у меня денег-то немного. Давай, короче, осетрину тогда поедим. Шампанское. Так. Супчику. Красную икру. Давай, короче, все подряд будем кушать. Абсентику опрокинем. Кофе сверху, короче. Ну и суши бахнем тоже. Давай, ладно, тут Димка хочет поздороваться с нами. Ну давай, ладно, поздороваемся. А то ты весь уже в МГ-чат слудился, то что снимаешь. Хотя сам только что меня ВКонтакте говорил, что мы ждем тебя у дома. Мы ждем, когда ты будешь снимать. Ну да ладно. Вот, короче, покушали. Сейчас я вам буду глаголить истину одну. Ну а перед тем, как я начну рассказывать вам всякие ништяки, хотелось бы передать привет следующим людям. Передаю привет Никите Лавдович и администраторам Фростик и Кул. Также передаю привет всем от Волощука Антона, Андрею Карпову привет от Влада Осеннего. Передаю привет Максиму Поддубнову и передаю привет всем от Дамира Ибрагимова. Вот такие у нас на сегодня, друзья, приветы. Так, ну а теперь переходим к ништякам. Как вы видите, я двигаюсь на ладе, вазе, как хотите называйте, 21.10. А это означает что? Правильно, что сегодня новый конкурс. Во, сука, она такая. Что у нас сегодня новый конкурс на данный автомобиль. Условия конкурса и вообще как поучаствовать можете найти в группе ВКонтакте Escape TV. Вот такие, друзья, дела. Она full тюнинг вроде бы как, такая бандитская, нормальная такая DC-TOS. Поэтому давайте участвуйте. Тем более, что розыгрыш уже будет сегодня через 10 часов. Поэтому, думаю, участников будет немного. И, глядишь, счастливчиком можете и стать и вы. Вот. Ну а мы сейчас отправляемся в спортзал. Так, найти бы еще, вспомнить, где он находится. Вроде бы дальше надо ехать. Отправляемся в спортзал и купим сейчас маску, друзья. Она нам нужна. Один мой подписчик, короче, предложил тему такую нормальную для серии. Ну и я... Ох ты ж, ё-моё. Ну я, короче, решил ее реализовать. И сейчас купим маску. И в следующей серии, короче, реализуем такую хрень. Так, тренировка. Нет, я не хочу тренироваться. Так, спортивный магазин. Ой, ё-моё. Так, бита. Опа. Так, вот она, хоккейная маска. Отлично. Отлично. 1000 рублей стоит маска. У меня еще денег нет. Сейчас надо будет сгонять и в банке денежек, наверное, снять. Так, Тёмка, ты снимаешь? Да, снимаю. Снимаю. Владислав Файрон пытается сесть ко мне в тачку. Ну давай, садись, ладно. Стой.
Передаю привет Диме Ульченко, короче. Ага, я в Ютубе, туда-сюда. Так, ладно. Ну чё ты так едешь, ай, ну ё-моё, ну вот зачем? Постоянно пытаетесь перекрыть. Друзья, ну сколько раз уже можно говорить, что если... Ну увидели, ну едьте нормально, ну не нужно подрезать, не нужно ничего, вот эти понты какие-то левые, там что-то, вот зачем вот это вот все. Ну увидели, ну едьте спокойно, да, в Ютубе, да, снимаю, молодцы. Ой, чувак сдох, я помочь ему хотел. Так, иди сюда. Сейчас, короче, поможем. Так, передать аптечку. 1,54 ит. Так, держи. Держи, дружище. Мама ее в Ютубе. Ну, вот, короче, ну, как-то так вот. Нельзя, короче, вам говорить, что я снимаю там, и вообще, когда я снимаю, тоже вам нельзя говорить. А то вы начинаете флудить и как-то врезаться, я не знаю, зачем это все нужно. Константину Параскева, передаю привет. Такс, тебе передаю... Привет, сука, а? Тебе передаю привет, передаю привет Диме Шамонову. Охренеть, а? Не, вам реально нельзя говорить, что я снимаю. У вас сразу же банда такая собирается, и вы начинаете беспределить. Вот реально вам говорю. Так. Мчим, короче. Ща, давай быстрее, светофор. Скинь канал, Тёма. Зайдешь, короче, в премьер гейм-группу и увидишь канал. Такс, сейчас мы снимаем денежки. Денежки, денежки, сейчас мы снимем. Еще новость такая, что продаю я бизнес. В следующей серии узнаете, кто будет как бы заправляющим этого бизнеса. Вот, продаю я, как говорил, за 49 миллионов рублей. Так, 1050, что ли, снять. Продаю за 49 миллионов. Но, друзья, предупреждаю сразу, что денежек я вам никому не дам, потому что они все пойдут в дело. Все эти денежки пойдут в дело для следующего бизнеса, тем более, что нужно еще столько денег. Можете в комментариях, кстати, уже погадать, какой следующий бизнес я буду покупать. Вот. Прикольно будет посмотреть на ваши догадки. Так, бизнес, да, продаю. Это в следующей серии будет. Сука. Ух ты. Нормально. Нормально, нормально, зажали. Чините сразу оба тогда, чё уже. Вот. Сколько там подписчиков. Escape TV. Escape TV. Да, друзья, мы набрали 2000 подписчиков. Молодцы, короче, я каждого из вас ценю. Вот, но мне не нравится, когда вы начинаете беспределить, короче. Это вообще жопа какая-то. Вот, сколько там подписчиков. 2К. Совсем недавно мы набрали эти 2000. На самом деле, спасибо вам. Я, конечно, рассчитывал, что я эти 2000 наберу примерно к Новому году, потому что в декабре была 1000. И вот сейчас за сколько? Сейчас 7 месяц, за 7 месяцев. А нет, не в декабре, в феврале, наверное, была 1000. Вот, не помню уже, короче, когда была 1000. Ну, в общем, была. Вроде в феврале, да, была. Вот, и уже, считай, за 5 месяцев еще 1000 набрали. Поэтому давайте до Нового года ставим цель еще 1000 подписчиков, до 3000 постараемся набрать. В общем, не знаю, что у нас из этого выйдет, получится, не получится, но я буду стараться изо всех сил. Вот, сейчас летом, конечно, да, перебои с сериями, я вам уже это говорил не раз, но ничего страшного, вы, я думаю, меня поймете. Все равно серии для вас выходят, через день я сниму... Блин, а? Ну зачем? Я серии снимаю заранее, вот у меня сейчас вот 10 числа, я вчера только приехал с рейса, с 5 дней. Вот, у меня сейчас 2 дня выходных, ну, считай, сегодня и завтра у меня полдня времени, чтобы записать для вас видосы. Это примерно будет штук 5-6, я думаю, буду записывать, и они будут выходить через день. Поэтому давайте, друзья, будем терпеливей. Так, передай привет Данилу Параскеве, Ивану Параскеве и мне. Ну, короче, передал я вам всем. Так. И, в общем, еще новость. Это что? Считай, бизнес я продам. И
так куда едем. Не знаю, просто катаемся. Бизнес-то я считаю продам, и я смогу заново смотреть и, в общем, искать всякие прикольные ништяки в работах, потому что мы с вами не все еще работы посмотрели, их тут куча вообще, 25 штук, что-то там больше даже. Вот, поэтому будем... Так, вот так, давай чиним. Вот, будем с вами смотреть до конца все работки, посмотрим, короче, все плюсы и минусы, я вам расскажу, какая, пацаны, лучше всего работа, а то вы меня часто спрашиваете... Ух ты, собака такая, а! Ё-моё, ну чё за люди-то? Вот это вот Александр Чернов, друзья, да. 73-й ID сейчас. МГ, короче, вообще жесткое было. Не знаю, админы увидели, нет. Так, Тёма, только не вырезай нас из видоса. Да, как я вас вырежу из видоса? Ты чё, я полвидео, что ли, вырежу? Или вас квадратиками заделаю? Да, черный экран такой будет. И только мой голос. Вот. Так что, друзья, совсем скоро будем дальше смотреть работы. И давайте вместе с вами выберем, какую будем работу смотреть. Я не знаю, может, дальнобойщиков попробовать, потому что мы с вами не смотрели. Как раз посмотрим, сколько они там зарабатывают, потому что вы часто тоже меня спрашиваете, много ли платят дальнобойщикам, там, как вообще чудо как. Вот. Так что давайте, друзья, выбираем, куда мы сунемся, куда пойдем. Денег у нас будет около 50 лямов, и нужно будет еще столько же, короче, на бизнес, на новый. Так что будем что-то делать, как-то крутиться, не знаю, может, перепродажа авто потом будем заниматься или еще чем-нибудь. Ну, в общем, как-то будем крутиться. У нас цель, короче, заработать 100 миллионов рублей с вами, чтобы купить бизнес. Новенький. Так, у него точно канал Скептиван. Да. Вот. Так что, друзья, давайте. Ждите, это такая вот была у нас обозревательная серия, даже можно сказать, я не знаю, как ее назвать, покатушки, не конкурс, не знаю, короче, как ее назову. Вот, так что не ругайтесь, то, что это была просто информационная серия. Дальше, короче, пойдут уже нормальные серии. Так что давайте, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, пишите «Мама, я в Ютубе», туда-сюда, там комментарии. Ну а с вами был я, Артём Плотников, игровой сервер Premier Game и игровой канал Escape TV. Также, друзья, не забудьте подписаться на моих друзей Спинни и Лорда. У них, короче, вообще там видюшечки нормальные идут, пока меня нету, можете смотреть их, друзья. Вот, ну а с вами был я, Артём, давайте всем пока и до встречи.